прически. То каштановый, то красный, то вот теперь желтый. А мы смотрим штрафной. Удар, мощнейший удар. И вот так счет открыт. Взрывается аплодисментами стадион. Это Адриано. Это Адриано. Это его коронный удар. Такие мячи он забивал в прошлом сезоне и за Интер, и за Фиорентину, куда был отдан в аренду Интером. И вот теперь забил за Парму прямым ударом, как из пушки. Как из пушки выстрелил бразилец. И 1-0. Парма повела. Вот смотрите, как закрутил Нигматулин. Ничего не смог поделать в этом эпизоде. Мощнейший удар. Где-то, наверное, в стиле Роберто Карлоса. И сильно, и кручено. Итак, Адриано 1-0. И это четвертый мяч бразильца в нынешнем сезоне. Причем четвертый мяч в четырех матчах. В трех турах итальянского первенства он отличился. Территориальным преимуществом последние минуты ЦСКА владеет. Попов выиграл верховую борьбу. Симак, удар, гол! Прекрасно! Вот так на выстрел Адриано отвечает капитан армейцев Сергей Симак. Все-таки сработала эта связка Попов-Симак. Только что я сказал о том, что Попов несколько раз неудачно сбрасывал мяч под удар партнерам. Словно услышали такую небольшую критику в свой адрес армейцы. И Попов пробил с лета блестящий, попал в нижний угол. Фрей не смог выручить. Зажигаются красные огни. Полетели петарды из сектора армейцев. Смотрите, как Попов выиграл борьбу. Верховую защитника. Неотразимо Симак пробил в нижний угол. Браво, ЦСКА. О чем я говорил. Армейцы должны проявить характер. И кто, никто иной, как Сергей Симак. Капитан, душа своей команды. Чемберас. Гуся с мячом. Симак. Пробил поворотом. Удар. Гол! Сергей Симак 2-1 в пользу ЦСКА. Полностью разделяю радость армейцев. Но каков Симак? Два удара, два гола. Что здесь можно сказать? А ведь работает, работает тактическая схема Валерия Газаева. Я думаю, вряд ли Парма ожидала, что Ролан Гусев сегодня составит атакующий дуэт с Поповым. Симак в роли свободного художника. Позволяют ему бить футболисты Пармы. Симак третий удар наносил поворотом, кстати, если не четвертый. И два раза блестяще попал. Никаких шансов у Фрея. Два удара примерно одинаковых, ну, по силе и точности. Снова капитан Пармы с мячом. Наката сюда сместился уже на левый фланг. Муту. Будет бить поворотом. Удар! И все-таки довозили. Возили, возили мяч футболисты Пармы. Таскали, таскали по периметру вокруг штрафной. Не мытьем, так катанием. Не прямым ударом, так рикошетом. И 2-2. Адриан Муту. Много бил он поворотов в матче в Раменском. Да, рикошет. И 2-2. В ногу Шершуна мяч попал. Все в порядке. Симак против Фрея. Три минуты. Давай. Удар! Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ликует стадион. Отдувается Чезаре Пранделли. Адриан Муту делает дубль. Смотрим еще раз. Фрей, длинная передача. Муту здорово принимает мяч и в борьбе. В борьбе с Шемберасом наносит удар в дальний угол. Дали пробить Муту. И точно в дальний угол попал. Что ж, очень обидно.
Оми Пармы безраздельно владела преимуществом. И победу, в общем-то, наверное, заслужила. И вот финальный свисток английского арбитра Урая Рейни возвещает о том, что в Кубке УЕФА Россия остается без своих представителей. ЦСКА проигрывает 2-3 Парме на стадионе Энио Тардини. Обнимаются итальянцы. Нам остается поблагодарить армейцев за то, что они проявили сегодня характер. Бились как могли. Но в концовке удача повернулась лицом команде, которая искала счастье в атаке во втором тайме. А мы заканчиваем на этом репортаж, организованный Первым каналом. Для вас сегодня работал Константин Выборнов. Всего доброго и надеемся на то, что лучшие времена придут все-таки на российскую.